Ребятки, всем привет, с вами Александр. Перед тем, как мы продолжим наше путешествие по священному Новому году, я пару видео назад спрашивал вас, как назвать моих драконов. И, в общем-то, я уже кое-что сделал, кто-то уже, может, даже это и заметил. Давайте начнем. Сейчас буду читать, какие были предложения. Так, пользователь Foundry Cartiforce. Ну, Found... Да, по идее так. Foundry Cartiforce. Во, вот так вот. Ну, такое сложное название. никнейм. В общем-то, он предложил назвать дракончика Факел. Вот наш дракончик Факел. Назвать его Трабл, ребятки. Вот Факел у меня теперь называется Трабл. В общем-то, первое было выполнено. Так, потом было предложение от пользователя прохождения игр от кофе по поводу названия тигра. Тигра, еще там было пару вариантов. Так, стоять, ловим, тебя ловим, тебя ловим. Блин, ну как-то, ну, близко, ну должно же как-то уменьшиться. О, уменьшилось. Так, ищем моего тигра. Дальше, дальше, дальше. В общем-то, тигра было предложено назвать, ребятки, Тигролап. Тигролап. Так. Но, как видите, здесь букв не хватает. Назвал его пока Тиглап, но, по-моему, сейчас пришло время его уже переименовать. Так, Архангела просили назвать Михаил Миха. Архангел Миха. Ну, в принципе, что? Давайте сделаем сейчас это. Назовем Архангела Миха. Переименовать. Бала точно ему не подходит. Будет Миха. Миха. Так, готово. Это выполнил. Вот было второе предложение от Татьяны Переселкова. Назвать тигра Дрейк. Вот сейчас мы и изменим его название. Будет у нас он Дрейком. Потому что не хватает у нас букв. Делаем его Дрейком. Вот так. Так, и что у нас тут еще? И по поводу ягодки вы писали. Ягодка, ягодка. Ягодку просили назвать. Так. Вполне себе лаконично. Ягодка переименовать. Как мы ее назовем? Малина. Ягодка малина. Малина. Так, это у нас предложил Дани ТВ. Дани ТВ. Так. Так, ну, тигра лапа предлагал, да. Кофе предлагал нам назвать. Ну, вроде как, все, что хотел. Так что, в принципе, у нас еще есть осень, никак не названа. Кого мы еще там используем, вот кроме осени? Допустим, допустим. Кого я часто еще использую? Да, вот, рысь, по рокера. Так, ну, угольком я не пользуюсь, ну... Допустим, ну еще можете кого-то назвать, вот из топов, звездную пыль я, то есть, использую. Вот из этих вот ребяток тоже предлагайте название, будем исполнять. Так, с этим разобрались. Еще у нас есть одна фишечка, у нас будет дракон сегодняшнего дня, ребятки. Вот он, дракон Цыпа, робоцып. Знаете, кого мне напоминает? В Терминаторе был такой вот робот, точнее, кого в Терминаторе, в Робокопе в первом был такой вот робот, который ходил на двух ногах, я его называл цыпленком или поросенком. Он визжал как поросенок, но выглядел как цыпленок. Вот робоцып. Вот такой вот у нас дракон, эпический 66, металл, пустота и энергия. Давайте его немножко покормим. Ну, немножко покормим. Посмотрим, как он ходит. У него, смотрите, крылышки, как у Виверны из Monster Legend. Дракон есть такой. Точнее, монстр. Двухголовый. Не, Виверна трехголовая. Двухголовая. Или, не, Виверна металлическая, одноголовая. Опа, промахнулся. Ух ты, прикольно. Я не замечал, что не умеет прыгать. Ух ты, круто. Они что, все так прыгают?
Так, ну, в общем-то, мы его немножко качнули, мы его потом прокачаем уже по ходу акций, потому что сейчас не буду тратить на него еду. Ну, вот так вот он у нас выглядит. Так что Рабоцып зовут Смоу, я давайте его переименую Робо... Коп! Робоко! Пусть пока будет Робоко, пока вы не предложите, как назвать его по-другому. Но учтите, что букв здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, всего лишь, ребята, 6 букв. Вот такой вот у нас дракончик получился. Так, ну а теперь пошлите в акцию. Смотрим, я здесь выполнил все, правда, сегодня я пропустил реально аж 2, потому что мне в 2 часа ночи и в 8 утра. Ну, в 2 часа ночи я спал, в 8 утра я тоже еще спал. Как-то не очень удачно, да? Если бы в 12 было бы повеселее. Так, ну, непонятно. Пока что скрещивание драконов, но я должен тоже, ребятки, успеть это выполнить. Посмотрите, потому что там остается у нас еще около 3 часов. А у меня здесь 2.48, то есть я успею заново поставить еще комбинацию на Купидона. Разок, по крайней мере. Ну, а теперь погнали, 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 погнали. Вот, уровень 5. Так, у меня плохое предчувствие по поводу этого места, Ария. Да, здесь немного прохладно, и воздух какой-то странный, прямо мороз по коже. Но, Нед, мы же тренируем драконов, пойдем. Так, давайте, маленькая Неджа. Так. Его поставим первым, вторым и тигром. Ну, на самом деле ситуация печальная. Да. Тут особо не разгуляешься. Слабоват Архангел. Так, чтобы не пришлось мне тут часом. Давайте так. Заколдуем Архангела. Так, ну все живы, здоровы, это хорошо. Так, банановый дух. Битва с банановым духом. Комбинация нормальная. Так, вы встали у меня на пути в последний раз. Схвати их, банановый дух. Так, ужасный дракон, банановый дух, готовься к жуткой битве. Ну, не знаю, чем он ужасный. Простой такой себе дракон. Ну, ладно. Все равно эффекта поджигания у меня нет. Будем атаковать легендарным ударом. Так, а что тут по стихиям? Да такие себе стихии. Давайте будем легендарными колбасить ударами. Вот и все. Так, Элиза побледнела, как простыня, когда банановый дух проиграл. Правда, Нед? Призрачный дракон. Ага, комбинация двух вещей, которые тебя пугают больше всего. Давай поищем монету удачи, чтобы не отвлекаться. Мы нашли монетку. Смотри, Нед, я нашла монету удачи. Ура! Призрачный дракон вздыхает. Ему станет легче рано или поздно вперед. Так, мы 15 кристаллов получили. И входим в уровень 6. Так, что скажешь, Нед? Как думаешь, владелец этого храма разрешит мне поиграть с этими гигантскими саблями? Так, по слухам, дракон Эрланшень может разрубить горы пополам, призвать молнию и стрелять огненными лучами из третьего глаза. Он ужасен. Так, здорово, скорее, скорее, и забудь про сабли, я хочу увидеть, как Эрланшань все это сделает с нами. И можно добавить. Так, вот это наш дракон Эрланшань. Так, ну сейчас дойдем, посмотрим. Куда нам будет легче идти? Ну, все отлично.
Так, желаю удачи. Посмотрим, как вы склонитесь перед мощью этого непобедимого воинственного дракона. Ой, 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 нам все равно. Давай сразимся. Чисто, просто для разнообразия. Бомб божественной атакой хочет нас победить. Не страшно. Так, Эрл Шан видит сквозь ложь и иллюзии. Почему он не узнал, что задумала Элиза? Возможно, он хотел нас испытать. И раз уж Элиза сбежала, нам удалось пройти этот тест. Давай ее догоним. Так, ну, давайте смотреть. Тут пути, в принципе, одинаковые. Что направо, что налево. Ну, кроме как вперед, конечно. Давайте пойдем сюда. Так, сколько у меня вообще очков? 3600. Да, я, конечно, пропустил уже. Ты больше тысяч... 1002 очков я уже пропустил. Да. Дракон гусеница, да. Так, выжила. Напасть. Так, ракушка Ингвар. Вот я, наверное, запомнил, как зовут моего дракона металла. Ингвар. Тигра поджег. Вот подлец. Так, нашли пазлик. Ну, идем дальше. Пока он добежит, я уже тут все проклацаю. О, еле успел на битву добежать. То есть ни против кого, да? Одинаково. Ух ты, я даже не ожидал, что так все произойдет. Кицуне, до свидания. Кстати, сила удара такая же, как и сколько нужно, чтобы покормить дракона. На 40 уровне 253 тысячи еды надо, чтобы один раз покормить. Эх, жаль, не получилось с одной попытки. Так, ну что нам осталось? Идти вперед. Все, у меня очки закончились, да? Да, мне 10 очков. Так, ну интересно, куда пойти, направо, налево или прямо? Ну, конечно же, прямо. Прямо, а потом уже будем выбирать, куда идти, направо или налево, ребятки. Так, ну вот такие вот пироги у нас идут. Так, 2 часа. Ну, я еще немножко выполню здесь очков. Это хорошо. Так, давайте глянем, что, есть ли у нас еще какая-то полезная информация по этому лабиринту. Ну, карты я вам показывал в прошлой серии. Так что смотрите. Так. О, я как раз сейчас посмотрю по поводу этого лабиринта. Чтобы пойти, дойти прямо, там надо 1753. В принципе, туда даже было ближе всех, да, надо было идти туда. А направо и налево 3552, одинаково. Это симметричный такой наш лабиринтик, этап 6. Так что,
Так что, ребятки. Ну, здесь все у нас идет по плану. Здесь мы получим 22 дня, а у нас осталось всего лишь 18. Здесь дается в запас. Это хорошо. Лучше бы такой запас давали нам вот здесь, вот по лабиринту, чтобы можно было несколько дней пропустить, и все равно хватало очков, чтобы все собрать. Ну, посмотрим, как оно у нас будет, ребятки. Что у нас здесь происходит? Одно очечко у нас только здесь есть. Давайте заглянем еще на карту. О, я выполнил какое-то условие. Это нам не нужно. Так, вот сюда. Да, ну здесь, как обычно, печально. Давайте перейдем в режим героя. И попытаемся пройти еще одну остановочку. Редкий, уже легендарный дракон здесь появился. Так, порядок драконов неправильный. Так, ну, победили мы здесь. Вуаля! Тан-падам! Тротуарчик, ребят. Так, ну на этом все. Серийка у нас и так получилась вполне себе насыщенная. Нужно оставить что-то, как говорится, и на завтра. Так что пальчик вверх, пишем в комментариях и до скорых встреч.